Прорывные технологии, уникальные характеристики, высокая надежность. На опытно-боевое дежурство заступили новейшие лазерные комплексы «Пересвет». Как сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда», первые образцы начали поступать в войска еще в прошлом году. Ну а личный состав подразделений все это время оперативно осваивал новинку. «Пересвет» может эффективно противодействовать любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите. Добавлю, о комплексе стало широко известно в марте 2018 года после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, где президент подробно рассказал о новых разработках отечественной оборонки.